Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы и все те, кому не безразличен проект «Асинхронные двигатели Дуйнова». С вами Александр Сударев. Савелмаш, как всегда, полно работы. Сейчас продолжается настройка и отладка стендового оборудования. Также в лаборатории на стендовом участке и в литейной было установлено видеонаблюдение. Как всегда, членам команды Дуйнова есть чем заняться. Ну а вы подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, регистрируйтесь в личном кабинете официального сайта проекта «Асинхронные двигатели Дуйнова», чтобы оставаться в курсе самой последней актуальной информации проекта. До новых встреч!